Так, вот у нас братья осваивают прохладную воду. Ёлки-палки. Так. Как ощущение его? То есть нам в воде долго нельзя находиться. Сегодня у нас какое число? Ну, я тогда выхожу. Ладно, давай, Дмитрий. Закаляться будем. Меда у нас полфляги там. Сегодня у нас пятница, какое число? Пятница сегодня какое число? А там написано у тебя между. Десятое. Там за тебя все уже обнимали. Вот тут водолазные работы. А, это столбушок тут надо найти сперва. Так, вот он, Володя, вот он. Где? Вот, смотри. А, вот он. Так, что, его спускаем? Вот, отдай ему. Давай. Вот, бери здесь. Так, где он там? Только ты его спускай здесь, куда ты? Вдруг ты его спускаешь. Да я хочу его как-то. Его поперек надо, давай мне один конец. Да погоди, я не вижу его. Ты мне один край, да? Вот он. Давай мне один край, вот этот. Так, вот. Так. А этот сюда, вот так. Вот. Так. На меня его. Так, на тебя. Все, и ногой наступай. На него. Наступаю? Да, наступай. Вода градусов 16-15 может быть. Да кто его знает. Ого, я же не... А я вообще вижу. Да? Вот я на кончике достаю. Не, ну это не вариант, конечно. Не, давай доску. Это там забейте, это нам доску подайте, мы сейчас отмерим, где надо заплатить. Он тут толстый, сзади Никита. А, хорошо такая. Я пока вас за столбушок держусь. А я кончиками стою пока. Все, и во второй край. Там уже получается ил уйдет. Нет, нам гвоздь один надо. Там гвозди вот, гвозди. Дядя Володя, можно мы сегодня покупаемся? Залазь! Ты что, вода холодная? Какое тебе купание придумала тоже? Купание. Не, молоток не надо пока. Молоток не надо, давай, гвоздь. Надо это, так. Отметь там середину, посередине столбушка, чтобы закрывать уже. Тут еще кто-то уехал. Я уже не стоял, сижу. Ё-моё. Так, что здесь надо отмечать? Отмечай середину, где прикрылась. Так, держим, вот так, где я лежу. Что-то всплыло у вас. Нет. С этой стороны, не с этой, вот здесь, вот так вот черпни, чтобы прибивать. А, все, понял, вот так, да? Да, вот так, давай черпни. Они сейчас пробьют там два гвоздя, нам легче будет потом, чтобы здесь не мучиться. Все, и вот это, там у меня, давай. Так, держи у себя только. Давай. Дома. Держу. Держишь? Держу. Все, отдавай доску, край свой. Помогите, да? Вот это, гвоздь. Так, сейчас сюда гвоздики? Да, там забивать два гвоздя. Два гвоздя. По 5 сантиметров от края отступать надо. Ага. И вдоль этой черты. То есть он нам не пригодился, по ходу дела. Он не нужен, наверное. Да. Слишком глубоко. От него пользы никакой. Это брать это вообще нет. Нам погружаться надо. Лавочку. Нам же еще одна надо длину сейчас вымерить. Какую? Может его как-то что-то снизу еще чуть-чуть подбить? Это невозможно городульки эти строить. Я что хотел? Я вот так вот хотел положить-то вот так доску. Да. И здесь колышки установить. Колышки. Да, чтобы туда хотя бы она не всплывала. Ну я понял. Да, и тогда бы было проще. О! Давай, Дмитрий, заново. Так, вот тут. Уходи. А, давай. Подожди, я тут попу всплываю. Так вот. Да, вы дальше еще? Что-то я вообще не достаю. Буквально кончиками стою. Ну я тоже. А если полностью опуститься, то вот. Нам надо вот так вот погрузить, чтобы не было вот так. Чтобы высота была вот этой доски. А что делать? То есть я должен был... А, я понял, прибить. Да, чтобы... один край ты приколочишь, ну. А я встану и померяю. То есть я вернее, подниму, и мы померяем. Так. Вот сейчас подумать, как приколачивать. Это... Вот так вот бить. Это ж как это...
Я-то что мне ничего не видеть-то не буду. Это по пальцам себе, пока пальцем себе не отобью. Если он загнулся, то его лучше убрать вообще. Убрать? Да, он начнет длиться. Не-не, вы его загните полностью. Загните вот так. И вот так вытаскивайте. Другой гвоздь-то дам. Володя, чтобы они выходили из доски. Да, чуть-чуть. Иначе нам потом плотно ее держать. Не держать. Чуть-чуть, чтобы выглядывало все. Достаточно. Так. И на этой стороне. Да, на этой стороне. Так, надо было это заранее все делать, Володь. Ну, заранее, но если мы полезли же воду. А залазить сейчас, потом залазить неохота будет. Да, это точно. Гвозди надо сюда притащить все. Сразу. А я там один загнулся, я принесу. Никит, принеси все гвозди сюда, чтобы не бегали. Все гвозди. Так, мы тут маленькую.